Всем привет, с вами Наташка и рубрика «Тест-драйв». Сегодня в рубрике у меня крафт от игрока с ником ER-прототип. Крафт называется «Муха М». Это пропеллерный самолетик с мегаплазмой и двумя протосикерами. По словам автора, самолетик боится ПВО, ну да, он как бы такой маленький. Естественно, он развалится очень быстро от флака. Щиты установлены для защиты хвоста. Самолетик на 1148 ЦПУ. Ну и пойдем в бой. ТДМ. Испытаем его. Не ТДМ, теперь основной режим называется этот бой. Мне повезло, и у противников нет флаков. Но есть две рельсы. Не знаю как. Будем с ними бороться. Thank you.
принципе, я не люблю самолетики в Робокрафте, в игре Робокрафт, но этот малыш, как и меня, очень порадовал своей выносливостью, своей маневренностью, управляемостью именно. Не то чтобы там маневренность у него чересчур, а именно понятное логичное управление. Ну и вооружение стоит очень даже удобное. Протосикеры позволяют даже бороться с той же сосиской. Сосиска, правда, в бою была классическая. Тоже не особо крепкая, не особо быстрая. Вот. То есть не нужно особо там стараться целиться с СМГ в полете. Ну а мегаплазма очень даже неплохо кушает наземные крафты. Хороший самолетик для тех, кто любит подобного рода технику. Крафты, можно сказать, я рекомендую попробовать. Ну и на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.